Сретенской в Луизиане. Всегда есть куда спрятаться, когда все заебали. Если залагала матрица или я сильно пьяный, я общаюсь с официантами Кирюхой или Диманом. Так странно, что мне приходится ныкаться, чтобы на районе пересечься с Хайдуром или Принципом. Я бы продолжал двигаться в старой майке и рваных трениках, но сейчас уже вообще никак. Сейчас я должен быть всегда на фокусе, но у меня глаза на затылке, поэтому мне похуй на все. Так что успокойся, улыбнись и проходи мимо. Советую пропустить эту большую черную машину. Загляни в глаза пассажиру, они видели многое. Я сказал бы даже слишком, у меня башка на авиарежиме. Пока ты на своем андроиде пытаешься включить вспышку. Я все так же кую шишки, умудряюсь находить лучшие из тех, что есть в этом городе. Я 20 лет пытался отказаться от этой привычки, в итоге забил, нет, ну а вы сами попробуйте. Вы не курили толком, если вы бросили, значит вы толком не курили. Я тоже брошу, пожалуй, это осенью. Можете считать, что мы с вами договорились. Непогода вкратце, под классику танцуют капли на асфальте. Любить может попытаться, а значит мне не все равно, с кем просыпаться. Проще, когда было 20, я даже и не вспомню, как мне было 20. Увы, мой маршрут на карте, я следую ему, как и тогда на старте. Стараюсь двигаться максимально на спокойном, сижу тихонечко у себя в Подмосковье, как и планировал.